Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. В правительстве обсудили судьбу Мурыгина. По словам исполняющего обязанности зампреда правительства Максима Кочеткова, главная задача сейчас – снять социальную напряженность, возобновить производство, обеспечить коллектив работой и стабильной зарплатой. Владельцы к 17 августа должны согласовать со всеми заинтересованными сторонами дорожную карту по стабилизации финансово-экономической и производственной ситуации на предприятии. Напомню, что производство на бумажной фабрике в Мурыгино остановилось из-за конфликта собственников оборудования и площадей предприятия. Программа «Экономика». На рынке труда отмечается стабильность. Это следует из отчета службы занятости за полгода. По ее данным, на 1 июля численность работников, предполагаемых к высвобождению, составила 3000 человек. Это на четверть меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Число работников, занятых неполный день, снизилось на треть и составило 1800 человек. Прогноз о ситуации на рынке труда на второе полугодие 2017-го, как следует из отчета, оптимистичный. Продолжение реализации мероприятий госпрограммы позволит сохранить стабильную ситуацию на областном рынке труда, отмечается в отчете. Экономика на 101 FM. В пользу налогоплательщиков разрешается только четверть их жалоб. В Кировском управлении налоговой службы рассказали, как рассматривались налоговые споры в этом году. За полгода управление рассмотрело 155 жалоб. Две трети касались результатов выездных и камеральных проверок. Еще одна треть – это обжалование действий и актов налоговиков. В пользу налогоплательщиков удовлетворено 23% жалоб, требований на 55 миллионов рублей. Это 7% от оспоренной суммы. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 59,99, евро 70,84. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.